По просьбам жителей Звенигорода обустраивается новая детская игровая площадка по адресу улицы Чехова, дом 13. На сегодняшний день работы практически завершены. Согласно поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в муниципалитетах должно обустраиваться не менее 10% дворовых территорий от общего количества. В рамках муниципальной программы формирования современной комфортной городской среды в этом году на территории Звенигорода планируется комплексно благоустроить 8 дворовых территорий.